Так, друзья, будем продолжать. А что продолжать? Доказывать очевидное, невероятное. Жаль, что умер профессор Капица. Передача очевидно невероятная. Я мог бы туда попасть. Я потом умудрился отправить эту, как она называется? Я, кстати, кто я? Железов Валерий Константинович, лучший сад Сибири, а может и в России, а может на всей северной полосе планеты. Вот, сегодня 1 января. Поздравляю вас с наступившим Новым годом, друзья. И желаю вам, кроме здоровья, счастья и любви, еще и иметь такой сад. Значит, получилась такая картина. Когда я появился, когда вот это все вылезло наружу, то есть меня много печатали, вначале охотно, потом все редактора получили окрик, не сметь, все это вранье, железопроходимец, это шло от науки. Вот. Чем они руководствовались? Благими намерениями. Если поверить Железову, садов не будет, люди обожгутся и все. Почему? Потому что, у Железова двухметровый снег. Вот. А у Железова в среднем снега по щиколотку. Невероятно. Сибирь снега по щиколотку. Но это исторический факт. 2-3 зимы по колено и одна зима выше колена. Это из 37. Второй момент. У Железова климат. Но чем-то надо было оправдывать то, что у меня необыкновенно крупные вкусные фрукты. Самые южные, которые я считаю приучил, они считают, что это потому, что климат как на Украине. Вот. А на Украине уже этого нет. Там та же деградация случилась, что и у нас. Поэтому я вынужден продолжать. Вот, куда мне деваться? Поехали. Башкирия. Значит так. Анур. Башкирия, по-моему, Анур Фатахович. Так кажется, отчество. Город Ишимбай. Считаю себя учеником Железова. С персиками так и не получилось. Ни кочками, ни привками. 7 лет промерзал до корня. Не укрывал, так не вижу этого смысла. Зря Анур, а еще ученик называется. Не, все. Это не такой ученик, какой бы я мечтал. Вы же видели, сколько в предыдущем фильме я показал этих. В Москве, но это... В городе Митино на улице растет и плодоносит. Правда, с дуру растет, с дуру плодоносит, потому что вовремя его не украли. Абрикосы украли, а его не украли. Никто его глаза не видел, думал обыкновенный сорняк. А он взял и вырос. Вот. Абрикосов полон сад, груши, черешни, объявления. Вот, знаете, черешня и персик – это самое для меня субтропики. Они одинаковые по морозостойкости, по это. И вдруг, смотрите, абрикос полон, в том числе и черешни. Ну как так? Что-то с персиками даже обидно, что не получилось. Объявление на виду висит постоянно, видимо, вы уже продаете. Цены смешные, кроме перекупов, никто не интересуется из местных. Было несколько обращений с татари, и все. Да, это еще один случай неудачи. Просыпайся, народ, от себя скажу, черешни пришлось повозиться. На пятом поколении появились плоды. Он не зря себя учеником моим считает себя. С абрикосом было просто. Ну, третий год пару плодов, дальше по прогрессии. Груши обалденные. Вот. Ну и так далее. А нет, надо дочитать, нет. Это же учеба. Особенно нравится вкус у моей любимицы, привитой на айве. Айва не прижилась, но корневая оказалась стойкая. Привил и получил результат. Мотайте на ус. Видите, еще одно направление. Я на его не прививаю. Вот вам, пожалуйста, полезные данные. Ну и вот его абрикосы. Вот. Ниже. Это следующее. Итак. Это особый случай. Прошли годы. Знаете, как это давно было? Так давно, что еще не было вообще, были только фотоаппараты, даже цифровых фотоаппаратов не было. И вот я получаю фотографии, так, и беру, что дальше делаю? Дальше я перефотографирую прямо уже современного этого фотоаппарата. Читаем. Внимание! Учите, Тайшет, Абакан Тайшет, когда прокладывали трассу,
Кашурников, Стопфата, Журавлев. Да, да, да. Сейчас появились станции Кашурников, Стопфата, Журавлев. Это трое геодезистов, которые погибли, прокладывая трассу железнодорожную от Абакана до Тайшета. Абакан-то еще ладно. А Тайшета-то такая себе, что если в Абакане, допустим, 40, там 45, а если в Абакане 45, там 50. И вот вдруг захотели. И это было давно. Наверное, одно из первых результатов. И мы обязаны с ним познакомиться. Уже прошли годы, больше связи не было. Думаю, наверное, иногда вот так листаю, смотрю внимательно. Наверное, вот этот парень уже давно взрослый мужик. Вот. Но недавно кто-то из Тайшета, именно Тайшета, ко мне обратился за семечками, косточками. Я сказал, вы там, наверное, особо-то губу не раскатываете. Все-таки это такая кондовая Сибирь, что уже сибиряя не бывает. И вдруг такой ответ. Вы знаете, у нас... В Тайшете двое занимаются вот такими вот вещами как-то. Ну, абрикосы, сливы, вишни, яблони, груши. Так? Вот. И у них прекрасные сады. Кто эти двое? А может, вот этот парень? Может быть, я получу отклик откуда-то. Я даже не делюсь, если те сады, ведь за десятки лет это все могло и пропасть. Ну, как пропасть? Ну, постареть, побиться морозами. Поели там 10 лет, а дальше все, топор. Все может быть. И все равно надежда теплится. А почему? Читаем. Это груша, привитая на рябине красной. Ёп. Вот вы понимаете, я сейчас только до меня самого дошло. Потому что я сюда перекопировал, а некогда было даже познакомиться. Так. При полной зрелости вкус сладкий. Натуральная груша южных сортов, сочная. Там и тёма, и нарядная фимова. Вот так вот, нарядный фильм. Здорово. Это моя, так сказать, нарядный фильм, это моя как бы это самое фирменное название. С меня она началась в Сибири. Так вот, рябина красная. На черноплодке я прививал, получил дубильный вкус. Мотайте на ус. Я не думаю, что специально. Кто-то мне голову морочит, что вот вашу грушу привил на рябину, и она вкусная. Была бы невкусная, написали бы невкусная. Вот. Внимание. И бах! Абрикос! И где? В Тайшете. Здорово. Читаем дальше. Это два академика, а за ними дикарь, его не видно. Но видно зато вдоль забора сетки колодцы из покрышек. Они обрезаны... где за лето складируем растения, остатки, скошенную траву, осенью ботву, то есть компост. А рядом с абрикосами небольшие покрышки, там в соломе растет картошка, то есть на свободной земле. Земля у нас удобрена местами под насаждениями. А так, глина, гравий. Ух ты, глина и гравий, нормально, почва. Деревянные борта, конечно, здорово, но дерево дорогое, приходится использовать покрышки, результат неплохие. Давайте еще раз глянем, где эти чертовы покрышки? А, вон они. Но это они не имеют отношения к нашим абрикосам, а то я вздрогнул. Когда-то крупнейшим уважаемым мной на тот момент журнале была опубликована статья, где мужик садил саженцы покрышки, и они были еще молодые, но так смотрел, и здорово. И вся страна покрылась покрышками, было уничтожено миллионы деревьев, потому что в покрышках получились вольно-невольная посадка углубления. Вот. А абрикосы и груши, ну еще волосы и вишни, напрочь не выносят. Представляете, увечат штамп, а потом берут, еще покрышку посадят и прощай, Вася. Вот это было, это страшнейшее заблуждение. Потом, знаете, когда уже всплыла... Появился Железов, да, вот, появились публикации, с 21 века я начал публиковаться, и получаю письмо, вы понимаете, прямо, а я его показывал, оно пришло прямо из журнала популярного, и там черным по белому написано, Олег Константинович, перестаньте нас поливать грязью.
Вы понимаете, я же не применял слова «я вас поливаю грязью». Я просто говорю, покрышки смертельны. Надо же было прочтя мою статью, пусть в другом месте. Вот. Еще интернета не было. Пусть в другом месте вы прочитали. Схватили за голову. Надо было не просить поливать грязью и не писать, что вы, у вас международный опыт. Этот международный опыт и привел к уничтожению садов в России. Чукчи в бикини выпустите хоть зимой, хоть летом, когда комары. А? Ну-ка оденьте чуку, детей, там, женщин, бикини. Что будет? А вы умудрились покрышки. Ну нет бы просян написать. Вы знаете, мы ошибались. Просим вас, больше не делайте этого. Ой, извините. Да, Володя? А, ну 1 января. Ну все понятно. Ладно, извини, я фильм это. Потом мне попросишь еще раз. Ладно, ты напомнишь, у меня памяти нет. Извини, фильм снимаю. Вот, обещал человеку лежачего в аптеку съездить. Вот, не получилось. Ладно. Идем, в смысле, не аптеку, а там, куда доставляют ценные, полезные вещи. Аптекарские, как оборудование. Выходной. Так, пойдем дальше. Это я оправдываю, что я прервался. Вы понимаете, можно было сгладить как-то, что это, была это самое. Ну, есть мнение там альтернативное, не надо на железо ссылаться. Все-таки давайте отказываться от покрышек. Нет, железо в грязью поливается. А у нас международный опыт мировых производителей. В общем, фу, поехали дальше. И вот, видите, я увидел покрышки, но слава богу. А знаете, почему он все время упоминает покрышки, этот человек? Да потому что он знает уже, в то время знали, что я ненавижу эти покрышки. Для меня на улице и сейчас они кругом, но они не так портят вид, когда в них растут цветы или там эти кустарники, не боятся сырости. Вот. Ну а пока возвращаемся к нашим этим. Вот они, абрикосы плодоносящие. Вот, докуда я дочитал? Ага. Ну, в общем, земля хреновая, поэтому они компост делают. Дальше. Вот это что у них, из чего? Нет, ну то, что мои абрикосы, понятно. Как они это, саженцы ли покупали, косточки или черенки. Но результаты налицо. Вот вам и тайшет. И, конечно же, ваш академик изумительный. Он так порадовался на нынче, хотя абрикосов было всего около 3 килограмм. Да не всего около 3 килограмма. Вы понимаете, сколько у вас там? 1-2 академика. Вы понимаете, что Ваулин Александр Юрьевич написал мне о чем? И даже не мне, а даже в своей публикации в официальной. Мои. Он, правда, забыл написать, что это железо, что это сеянцы железова. Но... подчеркиваю, мои сеянцы у него, это факт 100%. Значит, дали в среднем 40 килограмм с дерева, молодые деревья. А соседний научный 300 грамм. А альтернативное выписывал с других мест, не только же от меня. 500 грамм, сравните. 300 грамм, 500 грамм и 40 килограмм. А это значит, что это просто чудо, что где-то там, в Тайшете, 3 килограмма абрикосов. Да это, ой, господи, хоть бы знать, что дальше-то было. А ну, читаем. Сравнили плоды с азиатскими, наши, а также ваши, ничуть не уступают, и если крупнее. На вкус лучше азиатских. Может быть, что их, не, может, что их немного надеются, и что первые, даже самим не верится, но в этом году он выше стал, сложнее укрывать. Так, минуточку, укрывать. Академик укрывали, ну тогда, может быть, уже и его в живых нет. Все-таки это дату не смотрите. Это я 22 января перефотографировал этого года, перефотографировал прошлого года. Сегодня 1 января 22 года. В общем, год назад я перефотографировал прямо с этих с фотографий, с бумажных. Так. Что-то вот это меня тут же я запнулся. Выше стало сложнее укрывать. Может уже и нету, может уже и сопрел. Ну, что есть, то есть. Зачем купил, зато продал.
Это яблоня Антоновка, уже в возрасте. Вверх почти каждый год подмерзает, поэтому плоды на нижних ветках на подпорках. Вы поняли, эй, тимирязевки? Разве можно нижние ветки отрезать? Это самая страшная ошибка, одна из самых страшных. Нижние ветки отрежем, причем официально учат, давят, отрезайте нижние ветки. А верхние, тут еще рано, 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 как сок-то вверх пойдет? Вы соображаете? И вот у него получились. Он соображает. Плоды на нижних ветках, на подпорках. Жалко с ней расставаться. Яблоки хоть и кислые, но ароматные. Долго хранятся. Полезные. Варенье изумительное. Дерево не укрывали. А зачем тогда, вы говорите, жалко расставаться? И не расставайтесь. Это груша сорта богатая. Из питомника Миролеевой. С Артемьевска. Свердловская область. Очень красивое, компактное дерево. Плоды крупные, красивые, но невкусные. Вяжущие горчат. Думаю, может долго оставаться на дереве. Раньше надо было снять. Не. Вот. Где вы найдете это самое? На севере Урала, в этой, в Свердловской области. Знаю я этот питомник. Два варианта. Или перекупщики сладкие, но замерзнут. Или местные, зато они невкусные, зато не замерзают. Подождем следующего сезона. Если будут такие же, уберем дерево. Наверное, дерева уже нет. Лучше не будет, поверьте. Вот, сладкие абрикосы, а сладкие груши, это не по ним. Прошло столько времени. Боже мой, все то же самое. Вот этот питомник, который вы упомянули, с Артемьевской Свердловской области, 8 фотографий моих Железов присвоил. Попался за руку, извинялся. Вот. Да что же это такое-то, это самое? Вот, уже хотели мы с Троценко, он грамотный мужик, вот, уже хотели в суд подавать, чтобы там пару миллионов с них стрясти. Вот. Ну, потом Миролеева умерла, живите, Бог с ним, сейчас и так на ладан дышал, сейчас еще хуже будет. Не зря же вам чужие фотографии присвоили. И своровали почему? Одно дело раз, а автор неизвестен. Мне говорят, извините, мы не знали, что это ваше. Другое дело, когда поперек фотографии, сады Урала на английском языке, прям поперек, все ясно, логотип, вот, украли. О, видите, а сейчас все, это, нет живой хозяйки, она, наверное, была замечательная хозяйка, но в наше время без обмана не выживешь. Это касается всех питомников, всех, наших, даже крымских, которые тоже это халтурят. Не выживешь. Ну, а деньги из кармана простых наших пенсионеров, нас с вами. Вот, теперь так. Что дальше? Вот здесь первое, они рядом, 54-55, но это уже не открывается. Давайте посмотрим, что открывается. Вторая. Вот, что здесь за это? Перенаправление. Или направление. Посмотрим, я не помню точно. Привет! Это система перемещения мебели «Миллион». Она облегчит вам перестановку или даже... Пропусти. Ага, во-во-во. Сегодня 31 августа 2020 год. Вот созрел персик санский. Такого вида. Беленького. Там вот еще один. Вчера я их попробовал, ну, персик, мягенькие уже плоды, такого вида они, сейчас взвесим, сколько грамм, 15 грамм. Так, полюбовались, вот, идем дальше. Персики от Железова. Так, Вячеслав Перетягин, город Киров. Я вспоминаю лет 6-8 назад компанию, которая 4-5 человек приехала с Кирова. Вот, и все, что я запомнил, это то, что удалось снять учебный фильм, пока я им все рассказывал. Девушка моя хорошая, знакомая, сняла фильм, и он теперь под номером 5 в моей коллекции уникальных видеодисков.
Вот. Еще я запомнил, что они были все сыроеды, и все эти дни с удовольствием угощались нашими этими моими яблонями, грушами. Вот. Один из них ли Перетягин? Или это совсем другой человек? Давайте посмотрим. Первый урожай. Давайте. Так, не получилось, что ли? Сейчас получилось. Здрасте, куда этот счет принес? А тут же было этот. Ну-ка, еще раз. Славик. Славик, Славик. Фото первый урожай 2020. Почему не открылся? Фото. Хотел похвастаться. Написано ваша саженца. Как раз та компания-то саженца-то и накопала. Тишина. Еще раз. Нет. Еще раз. Да что ты будешь делать? Похвастался, называется. Еще одна попытка. Не могу оставить покой. Вот я что-то не понимаю. Обыкновенный Яндекс. Сало как сало. Так. Ладно, не удалось показать. Видимо, с годами что-то пропало. А, минуточку. Ой, меня крышу снесло. Это электронный адрес. Бывает, извините, 1 января. Чуть-чуть не выспался. Вот, 1 января я первый фильм снял. 4 утра, нет. 2 утра по Москве. По московскому времени. Так, а это второй фильм. Вот они, саженцы-то. Это я просто спутал. Я думал, сейчас откроется что-нибудь. А это электронный адрес. Итак. Ну, смотрим. Вот мои плоды, как было письменно. Неплохо, да? Неплохо. Вот. Федосеев. Валерий Константинович, здоровья, долгих лет жизни. Ваше дело живет в суровом Забайкале. Слива и абрикос из ваших косточек. Вот это особенно. Каждый раз, когда упоминают косточки, у меня праздник на душе. Я же изгой, меня же это... обозвали лжецом и проходимцем. Вот, Владимир Федосеев, вы живой человек, я потом про вас еще слышал. Мы не можем, памяти не хватает, писем не сотни, нет, тысячи. Вот, мы не поддерживаем связи. Вот это все искренне, это от вас, так? А потом уже я еще слышал про вас, уже потом. Внимание. Вот ваше это... Из моих косточек, из моих косточек, из моих косточек. Повторяю. Из моих косточек. Это прошлый год, нет, сентябрь 2020 года. Предпоследний урожай получается. Вот, видите, из косточек. Скажите, это дикари, а? Эй, выпускницы Тимирязевки. А? Как вы написали? Ложь и мошенничество. Федосеев тоже лгун, что ли? За Байкале. Фотографии где делал? В Крым ездил? Да в Крыму уже такого не встретить. Все деградировало. Как вот, чтобы однажды кто-то от вас пискнул бы. Ну, ошиблись, бывает. Сами не выращивали. Ну, поверили тем, кто нас учил. Поверили преподавателям Тимирязевской академии. Вот. Набрали в Яндексе, в Гугле где-то, это, в Википедии, а там написано. Ложь и мошенничество. И написали про Железова. Ложь и мошенничество. Ну ладно, следующая фотография. Это мой друг Хрусталев Валера. Правда, фотография старая. Еще так, где это. И живет он в Еврейской автономной области. Все, что я помню. Укрытые персики, но мои. Элеонора, господи. Я что-то и не знаю, о чем речь пойдет. Ну-ка, кто такая Леонора? Нажимать, не нажимать. Ладно, читаем. Татьяна Паниковская. Да, ничего сложного.
Самое главное посадить, где нет подтопления снеговой водой и дождями. Прививку ни в коем случае не заглублять. Это, кстати, болезнь такая. Какой-то идиот придумал, что надо садить по прививку и даже выше прививки. Яблони еще держатся, все остальное сгнивает. А если сырые места, так и яблони сгнивают. Придумать такое. И вот она правильно пишет. Прививку ни в коем случае не заглубить. И оттаптывать снег в начале весны, отгрести от ствола, и все. Так. Да, это одна учит другую. Ну, почему она у меня это попала? Кто-то мне прислал, почему. Вот, да вот почему. Делать регулярную обрезку, в том числе укорачивающую. Ой, я в таких случаях... Укорачивающая обрезка. Я таких случаев говорю. Я приеду вам пальцы укорочу. Вашим рассекатором. Регулярную обрезку. Да что ж ты, Элеонор, это Паниковская это делаешь-то, а? Ты что, Элеонор-то научила? Ведь насчет колечи дерева. Самое обидное, что вот почему. Выращенный из косточек железовой Сибири. Ну и что? А потом, когда сдохнут, скажете, железо виноват, не морозостойки. Как можно было вот это? Я сейчас только это читаю чуть ли не впервые. Ну как можно? До Челябинской области-то. Это почти Сибирь. На четвертый год плоды. Ну спасибо, конечно. Но я считаю так, что пусть это самое из косточки, пусть это железово. Вот. И радоваться я должен. Ну нельзя так. Ну что же это такое? Я сейчас только до меня дошло. Я сюда заносил механически, некогда было разбираться. Штамп, наверняка, искусственный. Все, давление подскочило. Через 3 минуты будет перерыв, потому что дольше не это. Извините за длинную речь. Ну, а дальше за эти 3 минуты могу показать. Вот это было... Ой, коллекция такая. Я называл... Называл я ее «Золотой запас России». Амур, жердель, вот крупноплодные косточки. Полюбовались. Вот. А потом и тут же, сейчас, почему я включил вот это сюда. Видите, там просыпаются. А это просыпаются, как правило, в марте, в конце марта, начале апреля. Это сигнал тревоги. Дело в том, что сегодня у нас 1 января, через несколько дней я начинаю сортировать косточки сливы. Немного уже, я уже не питомник кого-то, всерьез этим занимается сын. Я хочу, чтобы мои дети 7 лет, 6 лет и 10 лет вырастили первые саженцы, а я помогу их продать. С этого возраста у них должен быть уже время такое. Или сейчас, или никогда. Пока есть возможность, научу. Вот. Тимоша 20 штук вырастил за 3000. У него уже их выкупили, хотя они еще на месте. Вот. Заставил посадить. Помогал, правда. Заставил траву щипать, хоть и очень ленился. А осенью, когда ему 3000 вручили мы, Селена Александровна Савинич, она у него выкупила 20 сеянцев. Мазурского абрикоса. Вы думаете, она глупо сделала? Эти все 20 будет так же, как у Ваулина. Дойдет до плодоношения. Вон, Челябинская область тоже климат, не Африка. Вот. И также будет уже это ученые по 40 килограмм. Ну, это по 40 еще молодых деревьев. Достаточно молодых. Вот так вот. И учитывая, что впереди сертификация небольшого количества абрикос-слив. Вот, персики уже засертифицировали. Вчера или позавчера. Вот. И получается, что это мой единственный шанс детей сделать садоводами. Чтобы осталась у них генетическая память. Или проснулась генетическая память. Все, друзья, очередная серия позади. Отключается этот самый фотоаппарат.